Многолетний опыт работы в сельском хозяйстве, профессионализм и любовь к малой родине – все это о герое нашего следующего сюжета Тамаре Туриченко, заслуженном агрономе России, герое труда Кубани. Своей преданностью выбранной профессии и самоотверженным трудом она завоевала десятки наград и вывела на новый уровень хозяйство Анастасиевска, которое является традиционным лидером рисоводства. Особенности агрономии Тамара Туриченко начала изучать, будучи студенткой Государственного аграрного сельхозуниверситета. Выбрала такую специальность, потому что сама житель сельской местности. Да и родители всю жизнь проработали в хозяйстве Анастасиевское. И вот Тамара Михайловна уже 35 лет в поле. Признается, что ничуть об этом не пожалела. Хотя в детстве были мечты стать археологом. Заслуженного агронома России я получала в Министерстве сельского хозяйства в Москве. Там было много очень, наверное, человек 30 людей из разных регионов нашей страны получали разные награды. А именно вот такие отраслевые, агрономические, два человека получали. Понятно, что чувства остались, они остались на всю жизнь. Очень трогает награда Героя труда Кубани, которую вручал сам Александр Николаевич Ткачев нашей филармонии. Там были очень знаменитые люди. Мне казалось, что я среди них – это вообще ничто. Сегодня под ее контролем более 10 тысяч гектаров земли. Соя, пшеница, рис. Тамара Туриченко следит за всем. От подготовки почвы к посеву белого золота до уборки урожая. Человеку, который работает на земле, никогда не бывает легко, признается Тамара Михайловна. Но потом всегда приятно порадоваться результату своего труда вместе с коллегами. Урожай по-своему дорог. Вот в трудные годы, например, меньше урожайность получаешь, а радуешься, наверное, больше, потому что действительно вложено все сделано. И радуешься за тех людей, которые с тобой, которые причем вот с нами работают. И я благодарна этому коллективу, благодарна этим людям, что вот я вместе с ними работаю. Спасибо им. С 2001 года по 2007 закрытое акционерное общество «Анастасиевское» неизменно занимало первое место среди рисоводческих хозяйств района. Ко всем успехам в растениеводстве самое прямое отношение имеет главный агроном Тамара Михайловна. На вопрос, в чем секрет успеха, она ответила. А секретов у нас нет. Надо просто любить ту культуру, которую выращиваешь. Даже несмотря на то, что там засуха, жара, проливной дождь, надо и агротехнические меры какие-то применять, и получишь, наверное, достойный урожай по тому году, какой он есть в данный момент. Вкладывать душу в любимое дело и полностью отдаваться работе – это и есть главный секрет успеха Тамары Туриченко. Эту миловидную, обаятельную, энергичную женщину невозможно застать в кабинете. Каждый рабочий день расписан буквально по минутам. Сначала она едет на рисовые чеки, контролировать, как идет подкормка растений, затем на ток, проверить, как проходит очистка зерна. Тамара Михайловна по-настоящему болеет своей профессией. Что ни день, ей приходится решать новые проблемы. То ливень, то град, заботы, хлопоты. Но Тамара Михайловна всегда находит верное решение. В этом ей помогают полученные в институте знания, 35-летний опыт работы, редкостное трудолюбие и преданность своей профессии. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».